Ловки! О, Артём, блин, я... Артём! Юр, Юр, можешь фото? Спасибо огромное. Юр, давай ты сами фотографируй, быстренько. Спасибо. Вставай, вставай, вставай. Артём. Вставай, Писем, быстрее. Писем, быстрее. Ребята, все, все, спасибо. Все, на мне. Да, все. Надо постричь. Сергей Иванович, старший тренер? Как правило? Просто тренер. Так я и думал. Как-то. Я не понял. Выгляжу. Хорошо, разминка. Давай, давай. Здесь организация тоже, да, больше, потому что защитники поднимаются. Хорошая игра. Халк, welcome here. Thank you. Давай, давай, давай. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на наших трибунах, где через несколько минут на нашем стадионе начнется матч. А можно, пожалуйста, тоже? Живымил друг друга. Спасибо. Саша, выдаю. Ребят, удачи! Удачи, ребята! Давайте, ребята, поборемся. Жора! Все, на кубок будете выводить. Снова пойдем. Мяч возьмешь-то, прошу. Что, мы сами? Да, зачитаем, когда? Включаются по готовности. Нет, а там, чтобы не ждать, потом находим. За 4 минуты они уже включаются. Эй, давай, 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 давай. Не дали телефон, я не умею пользоваться. Да? Ну, ну вот. Thank you.
полузащитник футбольного клуба «Зенит». Алекс Викцель, ну, вопрос такой. Очень насыщенный центр поля и у «Зенита», и у «Амкара». На ваш взгляд, кто сегодня доминирует в полузащите? Два мяча на поле – это многовато. Ребята, два мяча пока рановато. Вам с одним исправиться. Судья молчит. И аут. Игорь Константинович, замена есть у вас? Нет. Спасибо. Прочухал ошибку судьи. Да как?